Так, погнали, попробуем редкий пройти. Малой будет прибегать меня отвлекать. Ну, вот сколько успеем, столько и пройдем. Да, если, конечно, игра загрузится еще, я забыл. На первых уровнях проходим раскопки. Все это красоты. Так. Нет, мы не хотим. Это красиво, большим уровнем с камня. Почему? Потому что, возможно, вот если будет очень удачный первый ход, он просто срубит нафиг. Так, это вот первым станет. Он будет нашим основным забойщиком. И быстрые шоты нам нужны. Кто там будет? Допустим. Шоты забирают, да? Цель. И, допустим, мы возьмем Агнес, потому что почему не беру попу, у нее долго анимация. Итак, смотрим, все есть. Конечно, я переставлю, наверное. Первыми будут стрелы, как наиболее часто используемые. Далее топоры, маленькая мана и средняя мана. Ой, нет, не пригодится, но все-таки. Итак, все, готово. Отряды. Отряд надо ставить не на защиту, а на атаку. Вот, кстати говоря. И все есть. Я, конечно, ответил на атаку. Ну, их там особо не было. Так, все равно, да? План такой. Ход с комбо. Зарядка на игру. И потом... Быстро, быстро есть ход с комбо, ребят. Ход с комбо я вижу. Ну, слабенько, давайте. Ну, уже хочется пожить, да? Я привык, что любовь берешь, ты видишь? Да. Так, есть хороший ход. И потом... Он же как себе. Он как себе. Вот это нужно себе. Нужно себе. Может не родиться. Может... Папа, может Джека выглядит? Джека? Не очень это. Мне нужно знать, что вот это будет. И, наверное, все. А, ну, фиолетовый, давай вместо этого зайца возьмем оберло того, вот это будет. Так, что есть? Он будет уровень, Хэллоуин, а потом нельзя это. Дешанте, конечно, но пока Хэллоуина не будет. Там такой хороший комбо я прокатал. Это очень нудно, сыночек, честно, я тут не смогу тебе помочь. Лучше бы ты пошел поигрался пока. Ну хочешь, ну, хочешь болеть за меня, конечно, но тут... Я тут... Буду долго делать такие ходы, если честно. Почему ты не бегаешь, ну, потому что...
Потому что надо побыстрее. О, есть, хорошо. Ноги. Просто. Раз, два. Три, вот так. Так, четыре, три. Не, Димка, я тебе ничего не дам. Я же сказал, что я буду играть чуть-чуть. Не обижайся, сынок. Ну, ты ж только что играл черепашек-ниндзя, дружбан. Так, давай посмотрим. Третий уровень, я что-то во втором не смотрел, сколько хп у них. А, так, а здесь тоже три стрелы. И на боссов четыре топора и стрела. Четыре стрелы, просто. Да, 4 же стрелы, правда? Да, смотрим, третий уровень, 313, это 4 стрелы. И на боссов 4 топора и стрела. Хорошо. Не торопитесь, это какой-то ход важен. Ну ладно, это неплохо все равно. Дальше идем. Дальше у нас 400, это 4 стрелы и 5 топоров. Нет, не поругались, я просто играю, а он хотел сам играть. Так, дальше у нас что? 4 стрелы, 5 топоров, все то же самое на пятом. Тоже все на месте. Ого, ноги дубасит, слушай. Два, три. А тут все на... Больше не выкинешь, все на здоровье. И такая вот. Раз, два, три, четыре, пять. Сидеть. Мне понравилось.